Всем доброго времени суток, друзья. Я приветствую вас на Revolution TV. У нас сегодня прямой эфир из студии, и у нас в гостях диджей Flipside. Парень у нас молодой, активный резидент клуба «Вагонка» в Калининграде, автор собственной программы на Revolution Radio. И сегодня он представит свой часовой сет. Ну а после этого мы с удовольствием пообщаемся, поэтому не переключайтесь. Ну и для начала пару слов. Всем привет. Сейчас будет хорошая музыка, слушайте и наслаждайтесь. Так что увидимся. И все, внимание, музыки.
is finding you. I'm a far away. We'll be right back.
Rinse out.
bullshit. And people smoking and lethal reefers up in the club with speakers. I had some bass and tweeters. DJs is dropping needles. Sweating, I catch a fever. Call me the fever. I'm on fire. People, go ahead and drink up. Get in the club, club, up, up. See me, you gotta get up, up. Someone's been touching rubber. Show me some love. Strip off your clothes and take off your socks. Party's jumping, I see something fine. Boy, I wanna kiss you, but I'm just too shy. Let me dance with you, let me wear you out. It's a glass of orange juice, let's go exit out, out. The music's banging, way down in my soul. When you dance behind me, I lose all control. Make me grind my hips, let me move my waist. When the music come on, you take my breath away. People, gangsters and pimps and people smoking and lethal reefers up in the club with speakers. I had some potent tweeters. DJ was dropping needles. Sweating, I catch a fever. Call me the illest diva. People, go ahead and drink up. Get in the club, get fucked up. See me, we gotta get up, up. Someone need to tip up. Show me some love, strip off your clothes and take off your socks. Bar. And I'm about to score. Mr. DJ, can you play this joint once more? Cause I see the man I want, I want him right away. Look right in his face and say, dance with me. This is for my people, my party people. This is for my people, my motherfucking baby. Come on, get down.
raps and people, smoking the ether reefers. Up in the club, the speakers. I had some bass and tweeters. DJs is dropping needles. Sweat till I catch a fever. Call me the illest diva. Yo, I'm on fire! Get in the club, get fucked up. See me, you gotta get knocked up. Someone can touch your brother. Show me some girls, strip all the clothes and took off your socks. Now
Айе, друзья, ну я думаю, что вас вдохновил сет Флипсайда. Никита, как тебе самому? Классно, все очень понравилось, очень классная студия, ребята из Revolution Radio, спасибо вам, что пригласили. Все круто, надеюсь, вам тоже всем понравилось. Ну, ты уже давно в команде, у тебя первый опыт выступления перед камерой? Перед камерой не первый, конечно, в команде давно. Первый опыт выступления перед камерой еще был в далеких 90-х, когда я занимался рок-музыкой, а именно как диджей. Был я на передачах небезызвестный Вакс на рекорде, тоже играл на камеру. То есть не первый опыт, все понравилось, все круто. Отлично. Хотел у тебя еще поинтересоваться, ну, для начала, как вообще дела сейчас в Калининграде, что делаете вместе со своим проектом? В Калининграде сейчас такая же движуха, как обычно, вечеринки раз в месяц на вагонку в наш знаменитый клуб приезжают известные брикс-артисты, и я надеюсь, и будут приезжать. Меня довольно давно уже не было там, я заезжал на некоторое время по делам, но на длительный период давно не заезжал. Вот, сейчас, буквально через неделю, я появлюсь в родном городе и надеюсь, что начну помогать и двигать дальше культуру в массу, культуру электронной музыки, и надеюсь, что будет много чего интересного, и ждите, скоро будет информация, много чего интересного ждет. Ну, в общем, какой-то критерий выделить, почему вот Калининград в авангарде брейкса нельзя, наверное, или это именно как раз потому, что вы так активно работаете? Конечно, немало способствует тому, что мы работаем, но основное, наверное, то, что месторасположение города близко к Европе, и все-таки вкусы музыкальные люди понимают и стараются разбираться в музыке, не так возможно, как в глубинке России, поэтому много кто слушает брейкс и кто слушает другую музыку, поэтому у нас разновидности по стилям, которые любят, так сказать, клаберы, очень разнообразная, и в том числе и брейкс. Я очень рад, что я в этом городе живу, что такая публика у нас есть, и буду стараться продвигать дальше эту культуру, и надеюсь, что вам это понравится. Скажи, а вот гости из Европы вообще в целом, которые приезжают на вашу вечеринку именно посетить, бывают часто ли? Да, каждый месяц, как я уже сказал, что в клубе «Вагонка» раз в месяц как минимум проходит вечеринка со специальным гостем. Это не только из Европы, это может быть гость откуда-то еще дальше, но вечеринки обязательно... Я имел в виду по публике. По публике в плане, что народ ходит или на такие вещи? В смысле, приезжает ли из Европы публика специально? Ну, тяжело сказать. Я не замечал, конечно. Но могу сказать точно, что с Питера приезжает народ специально. Есть у меня друзья, знакомые, которые ради вечеринок прилетают на 2 дня к нам в город, чтобы погрузиться в эту атмосферу «Вагонки», потому что ее нельзя ни с чем сравнить, даже ни с одним клубом в Питере. Своя атмосфера, и людям нравится это, и они приезжают и хотят быть там снова. Окей, а ты сказал, что давно не заезжал. Если не секрет, какие были дела, может быть, проекты где-то? Так получилось, что с начала года я поехал работать и пробовать себя в качестве диджея и музыканта и в Сочи во время Олимпиады. В дальнейшем сложилось так, что я поработал на некую фирму, и впоследствии мне предложили открыть свое небольшое дело. Мне дали небольшой участок земли в городе Анапа, где я мог сделать с ним все, что хочу. То есть я открыл бар свой, пытался музыку, которую я исповедую, так сказать, и несу в массы, преподнести ее людям в Краснодарском крае. Но, к сожалению, что, видимо, такое положение во всей России. Люди еще не готовы, люди сидят еще в далеких 90-х там и не очень понимают, может быть, не хотят понимать, не очень им интересно это все. Поэтому закончилось лето, я вернулся в Питер. 2 месяца я уже здесь, я учусь в университете кино и телевидения в питерском. Сейчас сессия заканчивается, я возвращаюсь назад и буду приниматься за дело.
продвигать любимый город в плане музыки и буду стараться сделать что-то новое и интересное. Слушай, а вот в Сочи это в каком формате было? Формат чего именно? Ну, то есть где-то выступал и, соответственно, участие. Ну, изначально так получилось, что я поехал не по музыкальному направлению, а для меня было важно зацепиться за любое место, чтобы оказаться там, а там уже пробовать себя где-то, что-то. Я поехал в качестве официанта-бармена совместно с питерской фирмой, которая взяла в аренду несколько ресторанов на Олимпиаде на Красной Поляне, где проходили соревнования. Вот, а там уже в дальнейшем, когда я приехал, начал искать какие-то места, начал знакомиться, общаться. Посчастливилось выступить даже в самом Олимпийском парке, где проходили соревнования самые важные, где все чемпионы и все призеры Олимпиады, все присутствовали при этом. То есть могу похвастаться этим и то есть вот так вот. В общем, ты захватил атмосферу этой Олимпийской? Конечно, это большая радость в моей жизни. Я думаю, что никогда это не забуду. Такое увидеть, тем более, когда это проходит в родной стране, бывает не так часто. Поэтому это останется со мной, эти воспоминания и вся атмосфера. Я надеюсь, что она передаст мне вдохновение на дальнейшие какие-то движения. Я надеюсь, что что-то будет новое. И благодаря Олимпиаде что-то я внесу новое в отечественную сцену электронной музыки. Ну вот я как знаю, ты уже об этом сказал, что ты учишься здесь, в Питере, в кино и телевидении. Это с чем связано? Как давно ты вступил на тропу студенчества? Учусь я здесь уже третий год. Так получилось, на самом деле, случайно. Хотя все случайности не случайны. И находясь в своем родном городе, узнал из газеты, причем, что объявляется набор на специальность в университет кино и телевидения. Этот университет, как и специальности, очень близки мне по моему движению, потому что я увлекаюсь искусством и так далее. До того, где я учился, было совсем не близко мне, и поэтому я не заканчивал заведение и бросал только потому, что это не мое. Тут решил попробовать. Поехал, сдал экзамены, поступил на бюджетное обучение. Причем учусь я со своим отцом, отцу моему 62 года. Вместе сдали экзамены, вместе поступили. Сейчас сидим за одной партой на третьем курсе. Сдали почти всю сессию, сейчас остался один экзамен. Вот в понедельник сдаем и едем назад. То есть у вас можно ждать какое-то совместное семейное предприятие намечается в этом плане. То есть вообще зачем это образование? То есть что ты планируешь? То есть что там тебе даст в дальнейшем? Самое главное, что мне это интересно, мне нравится разбираться в этом. Я хочу быть не просто каким-то обывателем в сфере электронной музыки, я хочу окунуться глубже, познать все тонкости и все сферы, которые могут соприкасаться с этим искусством. Поэтому, возможно, в дальнейшем моя карьера не закончится на диджейнге, возможно, я начну снимать фильмы или сам сниматься, все может быть. Ну, это замечательно. Никит, ну, наше время подошло к завершению. Тебе большое спасибо за сет и, соответственно, какие-то пожелания нашей публике? Публике, слушайте музыку, самое главное, качественную. Какого бы стиля она ни была, музыка бывает хорошая и плохой, как все знают. Вот. Так что слушайте качественную музыку, слушайте радио Revolution, потому что здесь только качественная музыка. Всем пока, спасибо. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами этот час. Для вас играл Flipside из Калининграда. Я надеюсь, что вам понравилось, иначе и быть не может. Спасибо Revolution Radio, что все это организовали. И ждем вас снова здесь, на прямых эфирах из студии. Всем peace!